мы идем, а? Вы скажите, пожалуйста. Опять, куда мы идем? С пятачком. Нет, не с пятачком. Это уже старая шутка. Да. Еще мы идем, друзья. Нет. Это тоже старая шутка. На горке. С горы кататься едем, идем с горы кататься. Все идут спать, чай пить, а мы куда-то идем на горку, непонятно. В 6 часов. Вы скажете, что сейчас 6 часов? 7. Нет, сейчас 9 целых. Все в подушке спят. А мы куда-то непонятно идем. Ой! У тебя что, скользкий, что ли? Да. Этот человечек постоянно падает, я его держу. Ты куда? А, он миньон игрушку потерял. Что, далеко идти? О, там с собакой круг. Какая-то горка непонятная тут. Мне кажется, даже мамочки, даже опасная какая-то. Ой-ой-ой. Ну вот, пришли мы на горку. Не понимаю, с чего я, зачем я сюда пришла? Тут так скользко, еле-еле хожу. Как? Они говорят, это страшно. Куда вы пошли? Вот здесь подниматься. Вот. Вот деревянная, видите? Вот деревяшки тут поднимаются. Все, садись, Вениамин, вперед. Вау! Ничего себе! Есть, все нормально. Где-то там. Тоже хочешь кататься? А это чтобы не падать, что ли, сделали, да? Что, страшно? Да, сделал страшно. А Венера, иди сюда. Ой, девочка какая-то. Откуда она? Мамочки. Пошли. Не бойся, мы вместе. Ой, аккуратно только с ним, пожалуйста. Так, только крепко держите их впереди. Помоги им. Смотри, уехали они. Ой, тихонечко. Ой, вроде хорошо. О, одного! Куда ты одного его? Больно же. Я думал, он с Марией поедет, Владик. А, прикольный какой. А тарелку-то забыл. Ой, немножко страшно там. Страшно? Там, ну, такая горка, будто сейчас пойдет. А что ж ты катаешься, если страшно? Круто. Ага. А это кто поехал? Вениамин поехал. Это круто. Да? Да. И где мы сейчас находимся, Владик? Парк Шевченко. Парк Шевченко? Боярка. Так что приходите, катайтесь. Вот вам горки. Бесплатные. Эть, и девчушка давай. Какая симпатичная. Мама, он издевается, он не стоит. Не, ну, у него скользкая обувь. Давай. Помоги ему, Владик. Держи. Не хочет больше кататься. Как не хочет? Да. Ему достаточно? Ты испугался? Да. Не хочешь кататься? Мама, круто вообще. Да? Ну, для тебя это, конечно, страшно. Не будешь больше кататься? Ну ладно. Что, ты там не ходи, где скользко. Ты тут стой, где мама с папой. Скользко, вот видишь? Где мама с папой? Она не скользкая. Эй, человечек мой, лядьки, чему? Чему булечка? Чё? Испугайся, мой лядьки, да? Чему ляденьки, мой слядик. Чё такое? Пропустили самое важное. Как? Чё? Эх ты! Понятно. Я тут и не скатываюсь, тут страшно. Я там подпрыгнула и полетела. Мама! Я уже, я знаю, как управлять теперь. Да? Надо вот так, браться и вот так двигать. Ага, хорошо, молодец. Поехали. Только друг на друга не садитесь. Мария, уйди! Так страшно меня! Мне надо здесь, вот на этой горке спускаться, вот здесь лучше. Он же говорит, я знаю, как управлять. А, управлял. Я собралась. Молодец. Вот тут страшно и прикольно.
А Венер, ты еще раз хочешь? Да. Он еще раз хочет лазить. Мария, покажи, где без это безопасная горка. Да, где нету вот этого вот прыжка. Забираться наверх. Веревку с собой брать туда, раз кидать на веревку и вас поднимать. Нас жалко, веревки нету длинные. Мария, как ты как они ползут смешно. А то вот так подниматься. О, Вениамин какой. Где Вениамин на своих двоих?
Thank you.